Щедрую, колбасу я чую, дайте другую, я ще пощедрую. Колядовали в детстве, когда это самое было в деревне у мамы, когда жили. У нас была своя коза, была своя веселая компания. Девчонки, пацаны все вместе и шли по деревне. Ходили, стучали в двери, в окно стучали и колядовали, со звездой ходили. Очень интересно было. С 13 до 14 мы всегда ходили. И как бы интересно было очень. Родители наряжали и потом с детьми ходили. Люди давали угощения, кто что, кто сало кусок, кто колбасы. Ну, бывало и кто-то... пол-литра поставит. Тут ко мне тоже бывали, приходили. Я, конечно же, давала конфеты, чтобы порадовать детей. Лично я никогда не колядовала, но иногда ко мне приходили очень мило, рассказывали всякие стишки. Мы сегодня встали рано, королева так велит, и колбасок накрутили, чтоб король всегда был сыт. Ходили по домам, наряжались, и песни пели, и колядовали, людей веселили. Одевали бабкой какой-то, как бы что было в деревне, что ж там такое сильно. Бабушкой наряжали, накрасили, пошли. Такое поверье существует. Если колядовщикам откроешь дверь, угостишь их, вот, то значит тебе повезет в этом году. Счастье будет, удача, вести во всем будет. Вот так вот. Ой, колядочки, блины, ладочки, ой, люли-люли, блины, ладочки, ой, люли-люли, блины, ладочки.